С этого года медикам, соцработникам и педагогам будут платить больше. Их заработная плата вырастет на 20-30%. Поэтапно повышать оплату труда педагогам начали еще в 2020-м, а медикам в прошлом году. С этого месяца платить станут больше и соцработникам, так же, как и учителям, им поднимут заработную плату на 25%, а вот медикам в среднем на 20-30%. Зарплаты вырастут у руководства и персонала. С 1 января началось поэтапное повышение труда оплаты отдельной категории госслужащих. Это на 591 тысячу человек. И за 4 года их заработная плата должна вырасти в 2 раза.